Всем здравствуйте. Рассказываю про маленький случай, который со мной вчера произошел. Вот видите, вот эта надпись. Эта надпись как раз про те сауны. Обратите внимание на нижний самый иероглиф. Назовем его так, хотя это неправда. Про те сауны, в которых можно ночевать. Вчера шел уже ночь. Ну, как ночь там, часов 9-8. Ну, темно. И вот в таком месте... В таком месте на улице сидела бабушка на кресле, и ко мне подскакивает. Ко мне подскакивает и говорит, ну там понятно по-своему, по-корейски, но худо-бедно мы с ней разобрались. Она хотела 20 тысяч, прямо показывала мне, что можно будет переночевать. Вот, видите, я вам показываю уже не первый такое место. Тут еще и мотель написан. Но последний, видите, иероглиф? Чаун. Видимо, это означает что-то такое, связанное с баней. Вот. Но мы с ней не договорились. Почему? Потому что я шел как раз в свой отель, который стоил 20 тысяч. А она мне говорит... Ух ты! СОГСО, сейчас пойду туда. 20 тысяч. А она мне говорит, вам тоже за 20 тысяч. Хотя обычно это стоит 30. Я что-то не очень понял, зачем мне нужно за 20 тысяч то же самое, что я имею в гестхаузе. Вообще никакого смысла. Там еще и накормят. Ну и душ там есть. Ну, конечно, тут еще и сауна. Так, пойду-ка я. Короче говоря, смысла я не вижу ночевать в этой сауне, если там стоит 20, и не говоря уже о 30 тысячах. Так, а сейчас зайду в СОГСО. Посмотрим, что из этого выйдет.